Ашан. Санкт-Петербург. Сейчас охранник мне скажет, что вы тут снимаете. Хотя, наверное, не запрещено, нет знаков никаких. Мои любимые цветы. Розы. Чайные розы. 589 рублей букет. Это не 8 марта. Герань какая прям. Такая вся веселенькая. Вот это каламин, или как его там называют? Цикламин, господи. Цикламин такой красивый, но там дома он погибает быстро. Весна сразу же чувствуется. Так. Скидка. Интересно. 400 рублей за 150. Это какой-то киперсовет. Так, где моя Юля? Юль! Не будешь смотреть киперсовик? Киперсовик. Слышишь, не будешь смотреть? Посмотри, вон оценка 150 рублей. Киперсовик. Вот неизвестно, приживется он весной посадить или нет. Надо почитать, конечно. Не забывай, что я снимаю видео. Блин, что такое, все падает здесь? Еще. Господи, уронила. Это гиацинт, интересно, или что это? Ага. Юль, ты видела нарциссы, сколько стоят? 332 рубля, 4 нарцисса, похоже. Вот смотри, видишь? 4 нарцисса. Угу. Вот будем знать. Будем разводить. Ну, 4-5, да? Так, все, пойдем. Будем. Да, я снимаю. Я красоту просто снимаю. Вот эту. Сейчас. Ой, сколько кактусов, боже мой. А какие они. Смотри, цветущие, цветут. Вау. Юля, они цветут все. Смотри, какая красота. Посмотри сюда. Юль, посмотри. Смотри, какая прелесть. Как на Кубе я прям. О, на Кубе там на улице вот эти растут. Смотри, какой интересный. Цветет. Вот такие первый раз вижу. Ну, на Кубе-то видела, а здесь первый раз. Вот такие, смотри, вот у нас у компьютера цвели, а сейчас не цветут. Они, видимо, цветут, знаешь, около злых людей. А около добрых они не хотят цвести. Ой, какие красивые. Ой, какая красота. Боже, и здесь... Вот такие кактусы. Это. Так, Юляшка не дает мне расслабиться. Так, она мне бежала. В общем, вот такой у нас рождественский. Ой, крещенский. Крещенский Ашан. Что-то тоже скидка, а? 700 рублей. 700, а в пятерочке дешевле. Угу. Ну так и а там пятерочка. Там по акции. А там жакция закончилась. Выгодные цены. Но они сейчас все вот на это на крещение. На... Вот, смотри, сколько стоит цена. Это... Дороже? Да, так, дороже здесь, да? Так, здесь нам ничего не надо. Я просто на хочу выложить своим подписчикам на YouTube. Какой красивый у нас Ашан. Пока не закрыли его, а то поговаривают, что хотят закрыть. Все переделали. Посмотри, здесь все вот так. Сейчас в таком формате все было по-другому, но это нам ничего не надо. Что-то такое здесь, фиг знает, что там, даже не понятно. Эти блогеры ходят вот так с телефонами. Я пойду в косметику, пойдем в косметику. Сейчас я просто покажу. И что у нас тут какие-то... Это, наверное, у Кей повыкупали, и теперь они продают это все. Пойдем в эту, в косметику. Мне, в принципе, вот надо... И все. И кошачий корм. Не надо тебе ничего? Смотри, какие одеты. Швабра. Есть швабра? Нету. Фу, блин, кто-то курит, что ли? Не пойму, курит, курим, пахнет. Да, вот там, наверное, давай, а? Вот, может. Собачка сидит в кармане. Так. Не вижу. Хай-май. Хай-май, на своем языке разговаривают.
Вот брикет интересно. О, смотри, 146, все равно дорого. Вот. Так. Угу. Нифига. Короче, ничего полезного я не показала за 5 минут записи. Ничего полезного не показала я. Может, и не буду выкладывать это видео даже. Это кошачьим кормом пахнет. Угу, да, вот. Короче, нет, да? То, что мне надо. Печальненько. Ладно, пойдем в другой магазин. Ну все. Больше не буду я снимать ничего, потому что ничего интересного здесь. Людей вижу много, конечно. Все переделали. Кошачий корм. Здесь такой запах вообще кошачьего корма. По кругу. Зашли на 5 минут. Мимо проезжали. Ну вот, хлебный отдел тут. Что еще тут? Булочки, тапочки. Тапочки, тапочки. Выгода уже тут, пишут они. Лаваши всякие разные. Угу. Сапожки, галоши. Как раз сейчас галоши в теме. Лед, хлебный отдел. А тут же сразу эти рыбный отдел там. Я посмотрю, рыба сколько стоит, ладно? Давай, давай. Угу. Это спортивки, да? Ну да, на лыжи кататься. Да. Я сейчас рыбку посмотрю, сколько стоит форельку. Угу. Вот тут распродажа какая-то, эти, видимо, эти хлебцы. Так, сельц. Рыбка. Сейчас мы узнаем, сколько что стоит. Креветки. 737 рублей. Угу. И что-то рыбка такая здесь. Ты знаешь, что-то рыбка не очень, хочу сказать. Ой, такой вот этот карп, да? Вот это карп, да? Вот это карп же. Такой он красивый на вид и вкусный он. Но кто бы его сготовил? 700 рублей форельская. Смотри, какая форель из Валаама. Дешевая, да? Нормальная. А вот океанская 900, да? Вот там в разрезе, да? 900 рублей. А по карте 789. А там 1219. Дикая лосось. Угу. Она вкусная. Не знаю, у них сейчас все там охлажденных нет, все мороженое. Ой. Пошли в косметику и уйдем. Вот видишь, какой организовали здесь дворик такой кафешный. Можно перекусить. Шампанское. Так, это овощной. Овощной, чеснок. Чеснок такой красивый, да? На вид такой красивый. Репка. Репка, редька. Свеколка. Морковка. Раньше здесь был этот Реаль магазин. У них, конечно, был здесь отстой полный. С продукцией все было настолько позорное. О, вот эта тыква какая. Ага, грибы, шампиньоны. За 150 рублей. О, какая продажа. Тыковки такие вот красивые. Угу. Выбор большой тыквы. И цена такая вот 69 рублей. Ну, 70, ладно, рубль убирает специально так. Не знаю, вкусная они или нет. Вот это вкусная. Я готовила из нее суп-пюре. Бутылочная называется. Даже ролик видела, как чистить правильно. Но уже забыла. Капуста такая, ободрали. Хорошо, что ободрали. Ну, такая она что-то не очень. Видок. Помидоры, киви. Так, сколько у нас киви стоит? Ага, киви стоит 9 рублей по карте Ашан. Манго. Угу. Юля, манго будешь брать? Манго какое красивое. 350 рублей, типа того, что... Забыла в ленте, сколько оно стоит. Купала там. Тоже, по-моему, 270. Кокос. Голубика импортная.
Юль, манго не будешь брать? Манго есть? У меня два еще. Еще не съела? Авокадо вот такой, конечно, непрезентабельный. Он вообще уже, он невкусный, я его взяла. Вот эти еще ничего, а этот сок вообще куда-нибудь такой. О, манго-то какой здесь такой. Наверное, вкусная. Какая страна. Манго спелая. Так. Нет, странно. Юля, я в косметику пошла. Юль, в косметику. Вот. Варнички. Уже не очень. Ну вот, пришли за красотой. Сейчас буду искать то, что мне надо. Всем адьос. Всем адьос.